Моя полиция меня бережет. Вот не это надо фотографировать, а вот там лужу и в прогород отправить, вон там. Ведь праздник ведь, что лужу-то снимать, праздник так, ведь. Так, блядь, не пройти, ты понимаешь или нет, ты олух молодой. Чего? А что вы меня ругаете? Праздник это можно и, не, и это обойти, а вот уже... Куда? Куда? Куда обойти? Где дорога? После праздников уже можно и вернуться к этой теме. Ты не ладно у тебя. У тебя с головой что-то не в порядке. А между нами уже сейчас как бы небольшая вражда. Вы меня олухом обозвали, я уже обиделся. Ну и хуй с ним. Хуй с ним. 1 марта будет 75. Ничего себе. Юбилей. И 1 марта. Я же ругаюсь. Я ругаюсь. Почему? А потому что мир такой, никому ничего не надо. Что ты говоришь? Что не... И сегодня-то иду, вылезла оттуда из своего колизея. Вчера никуда не ходила. Сапоги промокли, надо было сушить. Иду и говорю, я еще расстраивалась, что вчера-то я тоже прошла, ничего там не было огребено. А сегодня, ты знаешь, как расчищено. Вот такие просторы, вот такие кучи нагребено, и той лужи нет, иду и говорю, блядь, а все-таки повлияло, что я говорила.